подписчики, здравствуйте. Есть тут кто в этом доме? Кто-нибудь тут есть, присутствует? О, Козямбру. Всем привет, ну чё там, как оно? Сразу к этому Марина отправила участие в моем прямом эфире. Марин, ты его не потянешь, этот прямой эфир. Ну как вы там, подписчики? Я тут не по беспонту. Я все вот, выложил пост про пенсию. Привет. Выложил пост про пенсию, и началось. А ты попробуй дояркой. А как же так? Ребята, я хрен. Зачем мне пробовать дояркой? Я, в принципе, дояркой никогда не пробовал и как бы не собираюсь пробовать дояркой. Ты попробуй, как жить дояркой. Да брось нахер ты эту работу. Если ты работаешь дояркой и жалуешься на свою жизнь, нахрен ты и работаешь. Брось, пошли весь этот колхоз в очело и не работай дояркой. В чем проблема? Когда мне пишут, а как же быть тем людям, когда все остались без ничего и без никого? Ну как, всю жизнь жили. Ни друзей не нажили, ни родственников не нажили. Все дети умерли. Ну, все жили и все умерли в один день. Значит, так жили. Если жить и думать, что все закончится в конце жизни, все закончится анальным отверстием, в которое надо будет вот так смотреть, вот так, через сквозь анальное отверстие, работая дояркой, ну тогда сорямбас, то есть я не знаю, это ваша жизнь, выбирайте сами свою жизнь. По поводу того, что я поражаюсь людей, то есть мне пишут, надо что-то сделать, так сделайте, кто знает, что сделать, чтобы у всех было до хрена денег, чтобы нужно было мало работать, пенсия была 600 тысяч в месяц, и ничего не нужно было делать. 600-700, так предложите варианты выхода, а не чесал вы это мне, спорите со мной в комментариях, там, это все дрочилово, то есть эти беспонтовые споры в комментариях, они вообще ни на что не влияют, то есть это анальный треск, то есть вообще, блин, Когалым привет. Поэтому разговоров, конечно, много можно разговаривать и спорить в комментариях, кто прав, кто виноват, у кого судьба какая, у кого какая жизнь. Вы сделайте что-то, не на словах, а вот нужно сделать, у богатых забрать, бедным отдать, иди забери, принеси мне там у богатых, приди к богатым, иди скажи, вот я тут пришла, сейчас заберу все, бедным раздам, иди забери, что ты мне это пишешь. Ладно, все, некогда тут. Жена молодая ждет. Оскол, тоже вас люблю. Пиз. Власть менять надо. Поменяйте власть. Уже раз поменяли в 91-м году власть с танками возле Белого дома. Опять херовая. Давайте, меняльщики.